Фикс Прайс спешит на помощь. Набор акварельных карандашей. Премиум качества. Ну, не знаю, сейчас попробуем сделать тест и тучку. Стоят они, конечно, непомерно много. Радует то, что есть пенал. Тут их якобы 36 штук. Ну, возьмем листочек. Нарисуем тучку. Так, вот у нас тучка. Теперь эту тучку надо чем-то размазать. Печально то, что кисточки-то нет. Но вместо кисточки возьмем немножко нитки. И сейчас слепим кисточку. Вернее, как слепим. Попробуем так. Намочить надо бы это все дело. Ну вот, смотрим, что у нас получается. Ну, не знаю, как премиум качество. Но очень даже похоже на акварельку. Ну и на тучку, соответственно. Не знаю. Может быть, кому-то и не понравится. Но Кире понравится в двух случаях. Во-первых, это целый набор новых карандашей с пеналом. Ну, а во-вторых, есть возможность проявиться кисточкой. В фикс-прайсе такие карандаши продают по 199 рублей. А сделаны они были, ну, состав дерево, глина, пигментный тюнер, воск. 24 месяца срок годности у них. Сделали их в Московской области, город Химки. Вот так вот. Ну или привезли из Китая и расфасовали. Тут уже непонятно. Но 36 цветов замечательных мягких карандашей.